Девчонки, всем привет! Меня зовут Юля, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам покажу, без чего я не могу сделать маникюр. Самое первое и главное — это фрезер, в котором я спиливаю покрытие. Вот такой фрезер. На него, на обзор я оставлю ссылку в описании. Можете посмотреть. Я его выбирала 3 дня, очень долго и мучительно, и выбрала для себя самый лучший фрезер. Второе — это самая незаменимая моя помощница — керамическая фреза. Она очень хорошо снимает покрытие. После того, как мы сняли покрытие, я пользуюсь вот такими фрезами для аппаратного маникюра. Первая — это игла, которая очень хорошо подлезает в труднодоступные места. Второе — это вот эта самая моя любимая. Она тоже хорошо вычищает птеригий. Вот этот шарик. Ай-яй-яй, открывайся. Хорошо снимает кутикулу, но мне больше нравятся щипчики. Заказала вот такие щипчики за 120 рублей для снятия страз, а они оказались очень хорошими и острыми, и у них полотно очень ровное. Видите? Без зазубрин, без всего. И они у меня теперь служат для кутикулы. Заказывал на Алиэкспресс за 100 с чем-то рублей. Недорого. Вот. И шлифовочный шарик такой. Он зашлифовывает до блеска поверхность кожи. Дальше у нас идет базовое покрытие, перед которым я пользуюсь фрешером. Это дегидратор, который удаляет с ногтевой пластины весь жир и влагу. Дальше, после того, как он высохнет, а он сохнет вообще быстро, пользуюсь праймером Ultra Bond от Coty. Тоже дает хорошее сцепление с базой. База у меня тоже от Coty и топ. Она у меня заканчивалась, и я заказала на пробу, если кто-то видел уже видео, топ и базу Una. Протестируем их в следующем видео, когда будем перекрашивать ногти. Топ от Coty очень нравится. Вот 3 недели ногтям блестит все так же, как и в начале, когда только накрасили. Следующая моя помощница — это лампа. Она гибридка, ультрафиолет и LED. Sun One, 48 ватт. Сушит отлично любые гель-лаки и гели. Вообще, моя самая любимая помощница в маникюре. Дальше идет у нас после базового покрытия — это гель-лаки. У меня их вот сколько. Их я показывала в предыдущих видео. Кому интересно, посмотрите, кто не смотрел. Вот такие вот лаки у меня. После того, как мы сделали покрытие гель-лаком, естественно, мы покрываем топом, если у нас нет никаких дизайнов. Про топ я уже сказала, какой. Следующий будет Una тестироваться у нас. Так что не пропустите следующее видео, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить и посмотреть его самыми первыми. Для снятия липкого слоя я использую салфетки безворсовые. Они вот так выглядят, такие жёстенькие. Мне очень нравится. Ссылку на них оставить, к сожалению, не могу. У меня эти ссылки под всеми видео. Я потом их сменю, потому что товар больше недоступен. Заказала еще новые. Вот если новые придут такие же, то оставлю ссылку на них. Если придут с ворсом, они бывают мягкие, которые... У них ворс — это... Ну нафиг. Плохие. То не буду ссылку оставлять. Ну и по завершению работы масло для кутикулы. Обязательно промазываем, чтобы у нас кутикула была мягкая. Кстати, забыла сказать, что пользуюсь такими пилками. Они 180 на 100 грит. Еще заказала, мне идут, какие же, 180 на 240. Это для натуральных ногтей, а это для нарощенных, что ли, не знаю. В общем, ими я выравниваю после спиливания, чтобы у меня покрытие было ровное и легло идеально.
Ну и остается у нас остальные вещи для дизайнов ногтей, которые вы можете увидеть у меня в предыдущих видео. Это я сейчас показывать не буду, это не самое главное, но есть на что посмотреть. Спасибо вам огромное, постоянно моим комментаторам большое. Моим зрителям спасибо большое тоже. Вы меня поддерживаете очень сильно. Спасибо всем и всем до встречи. Пока-пока.